Находимся в Беленьком. Вон там виднеется тоже остров. Сейчас найдем, как туда добраться. А то тут резкий обрыв. Непонятно, заехали не знаем куда. И вон, гляньте. На камеру не знаю, видно, не видно, но... Вон там видно берег, рогач. Там люди раньше рыбу ловили. И что-то интересное вон торчит из воды. Нужно сплавать и глянуть. Вон так люди сидели, ловили. И... Да, и вон. Как можно еще обрывчик сидеть и ловить? Да, потом грузик по песку искать. Или рыбу. Вот так вот сейчас такие берега. Беленьком. Пошли сходим. Вот такую штуку нашли. Колючая проволока. Так получается, на принципе, километров длиной. Так-то получается, она была затоплена с водой. Ну, мы когда был отлив, камыши. Первый отлив сделали. Зашли на такой островок. Таких островков много. Но видно, что тут Беленьком есть глубина. Ну, глубины точно нет там. Так, смотри. Тоже своего до того островка дойти. А он как будто тоже что на берегу, да? Угу. Не, вот тут любого глубина даже вон черный. Не, ну да, вон буйки есть, глубина тут большая. Там вот обрыв такой нехилый идет. Даже. Надо же брать лодку и туда переплывать. Пошли в ту сторону. Вон, блядь, а что это? Непонятно, буёк, не буёк. Ну, такая аппаратура не маленькая. Может, машину на металл зайдем? Ну, реально. Докати сначала до машины. Вот тот не упал, а этот упал. Да пошли на ту сторону, что реально, как будто подпёрли. Пошли уберем, глянем, что будет. Ага. А, нормально. Давай, там нормально. Вот такой обрывчик. И норы продолжаются. И все продолжаются, норы раков. И тут полно. И он даже по всему этому кругу. Еще вон там. Оп. И столько нор раков было. Объехали сторону, потому что мы там, скорее всего, бы не перешли. Вот отсюда видно тоже нор, рак. Вон чувак ходит с металлоскателем. Думает, мало ли рак золото затащил в норку.
Смотри, как обсыпал. А, ну наступи на край. Как? Сейчас я с телефона там бум. Да, вот тут-то в беленьком глубоко.